белый клык. Одна девушка собралась идти на танцы. Мать отпустила ее, но предупредила, чтобы она не танцевала с парнем, у которого белый клык. Девушка пришла на танцы. К ней подошел этот парень, и она не смогла отказать ему. Когда танцы кончились, они пошли на поле и там заночевали. На утро девушка проснулась в больнице. Она спросила, как она тут оказалась. Врач ничего не ответил и ушел. Через минуту ей принесли ребенка. У ребенка из-под губы торчал белый клык. Все.